встречались раньше? Вроде нет. Влад? Владимир? Ой, Настя, очень приятно. Привет. А это кто? А, это Анастасия, дочка Шестакова, наследница. Ну, правильно говорят, яблоко от яблони. Стой! Ты можешь объяснить, что вообще происходит? А происходит то, что ты ничуть не лучше своего урода отца. Ты отдаешь мне землю, которую украл твой отец, и мы расходимся с миром. В противном случае... Я выбираю время. Ты вообще не жалеешь, что когда столкнулся с ним? Уже жалеешь. Зря потрачено время. Он был мой главный кайф. Я без него пустая. Кричала, что не прощу. Никто нас ничего не связывает. И мне пущу на базу. Но он зашел за черту. Вернись. А я позволила вновь. Смотрит, как раньше почти. Влюбленными синими. Я вновь сбиваюсь в пути. Мама, спаси меня. Я не хочу назад. Но так хочу к нему. Я тебя приревновал. Он смотрит в мои глаза. Тебе от меня нужна эта земля. Нужна ты. Отпусти меня. Но сердце на куски. И все горит огнем. Ты меня прости. А я тебя потом. Так близко, что опять накрыло. И что-то тянет с новой силой. Раз я смогла упасть, смогу и встать с колес. Я разрываю связь. Не в зоне, а момент. Не трогай меня руками своими. Ты что, офигел совсем? Ты не трогай меня. Это мы кишели. Это беспредел какой-то. Он словно магнит. Не трогай меня вообще. Ты мне никто, ясно тебе? Ты мне никто, я свободная женщина. Я знаю, надо спасаться. Ведь это замкнутый круг. Я соблюдаю дистанции. Только плывет все вокруг. Смотрит, как раньше почти. Влюблённо, неискренне. Меня уже не провести. И не спрятать истины. Я не хочу назад. Но что же так тянет к нему? Он смотрит в мои глаза. А я не верю ему. Не трогай меня. Но сердце на кухне.